Привет! Надеемся, в этом году у тебя получится позаимствовать у этого рыбака немного невозмутимости и продолжать задуманное, несмотря ни на что. Ну а мы просто не могли оставить тебя без подборки лучших кадров 2021-го. Так что пристегивайся покрепче и погнали! Помнишь этого парня, который не растерялся и сумел докатать ралли без руля? Так вот, в 2022-м желаем тебе такой же находчивости. Интеллект этой козы, кажется, никто не верил. Ну а мы до сих пор не можем забыть ее дерзкий поступок. Готовы поспорить, этот бедняга все еще не оправился от стресса. Яблоко. Будешь? Яблоко. Хорошо. Так. Нет. О, класс. Это яблоко? Держи. Ой, что такое? Вкусненько кому-то. Ой, вкусненько, да? Да. Мы там уже вручали премию за креатив? Ну, значит, призовых мест будет два. Разве мы могли забыть об этом гении? А еще в прошедшем году мы узнали из первых рук, как выглядит настоящий эпичный сход лавины.
Помнишь, как эти ребята из Бразилии подкинули до берега тонущую обезьяну? Заряжаем 2022 на добрые поступки. Ele segura, cuidado, ele segura. Dá licença, Marcelo. Caraca, velho. Calma, vai, calma, vai. Que animal. Sensacional, sensacional. Еще одно открытие года. Оказывается, пол-дэнс бывает и таким. Если ты еще не сгонял покататься на этих качелях в Китай, то напоминаем, что это все еще можно сделать. А ты тоже до сих пор вспоминаешь про это видео и пытаешься найти ему объяснение? Это могло бы стать челленджем года в ТикТоке, но вряд ли кто-то еще сможет такое повторить. Если кто и заслужил гору чаевых в 2021-м, так это вот этот доставщик. Его на пути к цели не остановит никто. Конечно, мы не могли забыть этого парня, который во время пожара в собственной квартире не растерялся и просто вышел почилить на балкон с любимым псом. Потому что, ну а что еще делать?
прошедшем году у этого парня точно прибавилось поклонников. Если ты еще не видел, что он творит, то сейчас тоже станешь одним из них. Carrosserie, nous, à la cité. Ben voilà, elle est toute neuve. Regarde. Ты серьезно думал, что подборка лучшего за год обойдется без котиков? А это самое залипательное видео 2021-го. Согласен? Какая подборка лучших кадров без пары тройки зрелищных разрушений? There it goes. Звонить пожарным, потому что уже позвонили. Надеюсь, они побыстрее приедут. Какой нафиг ТикТок, пацан? Здесь пожар! Не знаю. Ты обалдел? Продолжаем рубрику «Фейл года». Этого добра у нас хватило бы еще на пару подборок. Ну давай, расскажи этому парню, как сложно тебе освоить параллельную парковку. Ставь лайк, если под конец года тоже немного подустал. Thank you.
Еще немного дестроя никогда не помешает. Хочется надеяться, что духовку эта девушка уже починила. Why? А этот эпичный поединок помнишь? Наш любимый герой ушедшего года. Вот этот охранник, который не смог устоять перед сочными битами на опен-эйре. А ты думал, роботов-пылесосов любят только котики? Сколько раз мы бы не смотрели на это видео, все равно становится не по себе. Награда для лучшего голкипера сезона определенно отходит этому приятелю.
Котиков много не бывает, даже если эти котики вот таких размеров. А еще мы побывали на рыбьем рейве. И нам очень даже понравилось. Ходят слухи, что эти муравьи все еще куда-то бегут. Самый необычный ASMR года. А это самое необычное открытие из мира животных. Подружка, улыбнись, тебя снимает скрытая камера. Постойте, мы одни видим хомяка, или вы тоже? Кажется, мы пропустили какой-то новый тренд для любителей пляжного отдыха. Олег, ты что-то чересчур веселый! А этому чуваку уходит номинация за самый крутой тюнинг. Еще одно пожелание на 2022. Всегда оставайся таким же оптимистом, как тот парень сверху. Когда взял на прокат скутер, а это оказалась ракета-носитель от Илона Маска. Тот не то. Ой, сам я встречу. Thank you.
sreća. Evo, sreća u p***ku jebenu materinu. Evo, da sam ga stavio u auto, kaj bi se desilo? Благодаря этому парню мы узнали, что даже работа машинистом экскаватора может сделать тебя звездой ТикТока, если найти правильный подход. Дуайт Ховард из Лейкерс побеждает в номинации «Динамо года». Тот самый друг, которому постоянно суеты навести охота. Шли месяцы, а мы все так и не поняли, почему этот водитель так и остался на своем сиденье. Ну помоги ты девочке, а! Когда в авиакомпании сказали, что с собой можно только ручную кладь. Как сказал чувак за кадром этого видео, не зря снимали. Этим ребятам бы на ту стройку, где кран уронили, они бы быстро навели там порядок. I'm so sorry. Let me just lock the door, please. Just hold on. No problem. Nice shorts. Nice shorts, Josiah. Oh. Oh my goodness. I'm so sorry. This is embarrassing. Please forgive me. It's no problem, Josiah. No problem at all. Oh, with the shorts. Шок года. Именно так выглядит лебедь, который чешет шею.
После этого видео челленджи в ТикТоке можно закрывать. Лучше уже не будет. Million? Угу. You don't have a million. Your brother not have a million either. Плюсы держать дома птицу. Минусы – это могло быть и не яйцо. Когда ты слишком крут, чтобы тягать обычные блины в зале. Без этой супергероини наша подборка не могла обойтись. Эти ребята, кажется, прилетели прямиком из инновационного будущего. Вот, а? А как, что это? Что это как? Вот, а? И вот так мы узнали, что присесть перед тем, как узнать шокирующие новости, не всегда помогает. Рыбалка вверх ногами – определенно самое странное, что мы увидели в 2021-м. Для новичков поясним, это не насекомые, как может показаться, просто один фермер очень креативно кормит своих овец.
Этому чуваку в напарнике явно нужен друг, который будет читать под его бит. Почему мужчины живут меньше? Глава 135. А ты тоже думал, что все гендер-пати дико скучные, пока не увидел вот это? Тот момент, когда за руль трактора садится опытный вейпер. Мы ни на что не намекаем, но под этим видео есть одна кнопочка. Говорят, если ее нажать, крутых видео в твоей ленте будет в два раза больше. Ничего особенного, просто обычный день в России. Делаем ставки. Сколько литров пива пролил этот парень, прежде чем так научиться? Думаешь, это дорога? Окей, а где ты видел дорогу, в которой водится рыба? Eyelashes go. Luce, did you eat my eyelashes off?
Этот пес научил нас: всегда ставь большие цели, а остальное приложится. Тот случай, когда вывеска в магазине пришлась как нельзя кстати. Шах и мат! Чикаго Буллс! А так сможете? Будешь шутить с этими школьниками, тебя ждет судьба потолка в этом тренировочном зале. Не, ну это явно лучший сейф ушедшего года. Когда изо всех сил пытаешься сохранять невозмутимость в любой ситуации. Эта девушка проехала 10 миль с телефоном, зажатым дверью машины. А ты чего добился в прошедшем году? Этого кота с новогодним настроением явно все в порядке. Спорим, вечером этот чувак сказал жене: «Дорогая, это не я, это наша собака». Видел когда-нибудь аэроменов на входе в торговый центр? Так вот. Если сегодня ночью тебе будут сниться кошмары, мы тут ни при чем. Одни скажут, что ловить рыбу с помощью птиц — это читерство. Ну а мы скажем: тот, кто это придумал, чертов гений.
Дополненная реальность. Бюджетный вариант. Мимо этого трюка на скейте мы никак не могли пройти. А трюк на снегоходе еще лучше. Ты не ты, когда голоден. Не переживай, сейчас уже будет следующее видео. Вот так выглядит авиарежим на самом деле. Включай этот ролик каждый раз, когда твоя работа покажется тебе невыносимой, и приговаривай: «Ну, меня хотя бы не сожрут». Как оказалось, в Китае не только люди не боятся отведать на обед что-нибудь экзотическое. Эти ребята что, тоже из 2050-го прилетели? Смотри, кто-то заснял, как ты пытаешься вернуться к нормальной жизни после праздников. Это такой вам видео. You can see the algae in the fur. Эй, а где у этого парня кнопка «включить эмоции»?
когда в душе ты все еще ребенок, но зарабатывать деньги все-таки надо. Кажется, эта машина все-таки не рассчитана на такое количество пассажиров. Примерно в таком темпе мы все будем работать ближайшие пару недель. И без фейлов наверняка не обойдется. Так что жди в 2022-м еще больше крутых подборок. Ставь лайк, если посмотрел этот ролик от начала до конца. И не прощаемся надолго.